Всем привет! Сейчас мы у бабушки, и это новый влог. Сейчас мы играем с Катей в мяч и перекинули только что через вот эту стену. И сейчас вы увидите, что потом случилось. Я сейчас ради вас, Катя будет доставать мяч оттуда. Вы даже его сейчас не увидите. Но она перекидывала через вот эту стену. И он попал на... Он попал на крышу и упал туда в кусты. Катя, давай. Давай, у тебя три попытки. Давай, я буду держать вот так вот. Давай, я уже держу. Плющ боюсь. Вот, я держу уже, давай. Я боюсь, я плюща. Давай. Вон, я уже вижу его. Тебе просто его тянуть просто, давай. Давай. Все, ты дотянулась, давай. Давай. Все. Вот Катя и достала. Так, пошлите мыть мячики и потом будем продолжать играть. Да. Привет, я сейчас буду перекидывать камень. Давай. Опа. Даня, иди сюда. Итак, друзья, сейчас нас зовет Катя, и потом я вам расскажу, что... Я пойду спрошу, что там она хочет, если вы не слышите, а потом расскажу, что будет дальше. Катя увидела червяка, я не знаю, почему она меня звала. Как будто она его первый раз увидела. Так, и завтра или послезавтра мы уезжаем в Николаев или... Ой, в Вознесенск, да, дедушки. Да. Привет. Посмотрите, как мы будем путешествовать. На. Вот так вот, друзья. Иди с той стороны, а я тебя буду кидать. Ты что, ты там перелетит через это. Ну все, мы будем продолжать тут играть. И вы увидите уже, наверное, во следующем видео, как мы уже едем. Все, до следующей встречи. Looking for water on way back home. I'm ready for a better life. Whiskey eyes and my last cigarette. I wanna wake up with no regret. I'm headed for a better life. I'm tired of running from these shadows. Друзья, всем привет! Все, мы выходим. Вот у меня рюкзак, еще там сумка, вот и в доме еще одна маленькая сумочка. Вот так мы собрали, все, выходим на вокзал. Пришли мы на вокзал. Сейчас на электричке будем ехать в Днепр, а с Днепропетровска поездом до дедушки будем ехать. Все, будет наблюдать. Только что скупились в ВТБ. Все, идем на вокзал, будем ждать электричку.
Я, друзья, приехал наш поезд, он сзади стоит, и сейчас будем уже выезжать, 18 чем-то. Все, мы уже там зашли. Все, будем отправляться, друзья. Друзья, итак, мы едем уже по Тимирону улице сейчас. 21:14, а нам уже 2 часа. Вот так вот. Еще продолжаем ехать. Потемнело, но на камеру будет вообще темно, но если посмотреть, то еще видно. Вот так вот. Надел наушники, чтобы сильно не кричать, чтобы микрофон говорить, друзья. Не знаю, хорошо ли микрофон записывает мой голос, посмотрим. Вот так вот, душно. Гроб он не новый, конечно. Следующий день, вчера мы приехали в 2 часа ночи, и сегодня вот проснулись где-то 3 часа назад, и поехали на базар там скупиться немного, и сейчас вот приехали. Жарко, друзья, вот так вот. Да, вагон был очень старый, где мы ехали, плацкарт, вообще очень старое состояние вагонов, это никуда не годится, друзья. Невозможно там ездить, так что я не рекомендую вообще не покупать оттуда билеты. Или уже в новые вагоны как-то узнавать. Вот так вот, друзья, все. Давайте. До встречи. Друзья, итак, у нас уже без 10:10. Вот так вот. Буду еще вам тут снимать, но сейчас мы будем уже заканчивать влог, потому что подошел уже четверг сегодня. Я уже про него вообще забыл. Думал, что сегодня среда, но четверг. В четверг у меня уже выходят влоги. Сегодня вечером он выйдет или завтра утром. Это уже посмотрим, как я буду там монтировать. Или успею, или не успею. Ну, сегодня вот так вот уже подошел к концу. Если вам понравилось, ставьте лайки, как мы добирались, как мы ехали. Ну все, ребят, всем спокойной ночи или доброе утро, кто как смотрит, или приятного аппетита, может кто-то ест сейчас, а мы сейчас заканчиваем влог, к сожалению, друзья. Все, всем до следующей встречи, всем пока.